Всем привет! Да, сегодня возвращаемся к нашей девушке, которой нужна помощь. Но вот что-то загрузка задерживается. Перед началом просмотра не забывайте подписаться, порекомендовать друзьям, устроиться поудобнее, с чем-нибудь вкусненьким. Ну, а мы подождем, пока прогрузится эта игра. Ну вот, игра наша загрузилась. Я уже даже не помню, давно мы последний раз в нее играли. Что нам тут по заданиям требуется? О, разжечь камин. И сразу аж 3 звезды. Разжигаем. Позже. Я быстро справилась. Дрова загорелись и не гаснут. Место перед камином очень красивое. У меня есть на него планы. Но сейчас здесь бардак. Можно и погромче сделать. Офигеть. Привести место у камина в порядок. Это мы сейчас, получается, 8 звезд в никуда отправим. У нас больше 50. Great. Итак, все старое мы выбросили. Можно сосредоточиться на новом. На новом. Ух ты, красиво, кстати. Ну, мне либо первый вариант. Нет, первый вариант классный. Рисунок мне нравится. Люблю отдохнуть у камина. Так, но это еще не все получается. Не, по одной звездочке сейчас. Ну, тоже, либо первый, либо третий. Не, и тоже первый, выберу первый. Awesome. Почти все, еще здесь нужен журнальный столик. А здесь два. Так, а какой-то столик у нас будет? Ну, я думаю, вариант третий подойдет. Запись-то идет, идет. О, просто замечательно, здесь очень уютно. Отлично, друзья, теперь это мое новое любимое место в доме. Короба разобрать? У стены стоят коробки. Сейчас разберем. А это твои коробки? Ого, это же сувениры, которые мои родители привозили с археологических раскопок в течение многих лет. Много из этого можно повесить на стену. Здесь всего понемногу. Нужно все выложить, чтобы лучше рассмотреть. Самое лучшее повесим на стену. Украсить стену с сувенирами. Давайте начнем. Не, этот вариант не очень. Так, давайте вот этот первый выставим. Ну а почему синий нельзя? Родителям точно понравится, что я использовал их находки в интерьере. Так, дальше. Я даже не знаю, что же выбрать. Ну, давайте все-таки, да, не хватит непонятных этих черепов. Здесь очень много крутых находок. Так, дальше погнали. Или золотую статуэтку. Но она какая-то маленькая. Давайте лошадь. Так, и еще одна. Хорошо, но здесь еще много замечательных вещей. Какие? Посмотрим. Нет, черепа у нас тут не будут. Это просто восхитительно. Уверена, что больше ни у кого нет такого художественного оформления стен. Здорово украшать дом такими уникальными предметами. Неплохое начало.
На стене теперь куча раритетных предметов. Ну, а теперь пол украшаем. О, давайте вот это яйцо странное. Здесь есть место еще для чего-нибудь. Ну-ка. Ну да, наверное, третий вариант будет более. Я очень рада, что вы мне помогаете. Сложно принимать такие решения в одиночку. Комната выглядит замечательно. Но все равно что-то тебя не устраивает. Мне нравится этот книжный шкаф, но с него нужно вытереть пыль. Давайте. И два. Скоро я буду начинать видео со 100 звездочками, чтобы хоть на 10 минут хватило записи. Ого, выглядит отлично. Пусть этот шкаф здесь и стоит. Хорошо, испытаем ее. Если эта кнопка, она сработает при нажатии. Какая кнопка? Какая кнопка? Чего-то я не понимаю. Сейф. Awesome. Ну и ну, это что еще такое? Это сейф. Так вот, скульптура дедушки в саду. Когда я ее мыла, видела на ней странный кот. Нужно снова его найти. Как все сложно. А, вот он. Вернусь обратно наверх. Быстро она перемещается. Проверим, подходит ли кот. Наберу его на сейфе и буду держать крестики. Охренеть, аж три. Ну ладно. Но я не думаю, что там куча денег. Awesome. Открылся. О боже, тут столько потрясных вещей. Вот любовные письма бабушки с дедушкой. Почитай их в другой раз. А вот огромный бриллиант и большой золотой слиток. Еще тут есть загадочный ключ, не знаю от чего. Я не могу припомнить замок, который он бы мог открыть. Но ничего, когда-нибудь я его применю. В доме, кажется, столько тайн. Скорее бы рассказать об этом Дэвиду. Мне очень хочется выставить бриллиант. Это самый большой бриллиант, что я видела. Он наверняка очень дорогой, но лучше я оставлю его себе. Поставить витрину для бриллианта. Но на белом будет лучше смотреться. Awesome. Идеальная витрина, бриллиант прекрасно смотрится. Но что-то еще чего-то не хватает. Сейчас мы узнаем чего. А, это не для бриллианта уже. Yay! Небольшая хитрость. Слитком под стеклом, и на него не будет попадать пыль. Ну, неужели пора спать? У нас еще 21 звездочка есть, но после того, как она пойдет спать, получается 20. Ну, долгий день, долгий был. Столько звездочек, это, да, долго приходится их собирать. Ох, я очень устала. Хороший 8-часовой сон, это то, что мне было нужно.
Я так замотала, что даже не заметила эту картину. Так это странно. Не могу понять, что это. Чтобы узнать, кто здесь изображен, нужно ее протереть. Дедушка, наверное, изображен. Может, прадедушка. Вот, теперь картина чистая, и я начинаю догадываться. Снизу написано, что на картине изображен Эдвард дома. Раз у дедушки висела эта картина, она должна что-то значить. Ну, давайте мы ее, правда, повесим, почему бы и нет. Она хорошо здесь смотрится, даже в одиночку. Ого, а тут уже две. Картина смотрится очень хорошо. Она привлекает к себе внимание, согласны? Она окантовочку сделала. Мне очень не хватает мягких подставок под ноги, чтобы вытянуться у камина после долгого дня. Давайте поставим их. Не, ну это не будет смотреться. Наверное, темный поставим. О, смотрится отлично, прекрасный выбор. Ну, по-другому ты бы не сказала бы. Здесь так просторно. Представляю, как буду жить в доме со своей семьей. Поставить большой обеденный стол. Ну, давайте. Мне вот этот вариант покрасивше будет. Да, как я себе и представляла. Не, вот этот вариант классный. Мне прям нравится, вы помогли выбрать замечательные стулья. А что еще будет? Звездочки улетают неимоверно. Ух ты. Ту-ту-ту-ру-тун. Во. Пусть такое Great будет. Job. Это будет нечто. Я очень хочу украсить стол. О, у нас даже не хватит звездочек. Ну, давайте хоть что-то сделаем. Не, мне вот это больше. Пусть такого цвета будет. О, тарелки и бокалы отлично смотрятся. Дальше. Не, пусть она выделяется. Не хочу, чтобы одного цвета все было ваза. Превосходно смотрится в центре стола. Значит, это не в центре, она с краю находится. Дальше. Цветы. Цветы из сада выглядят потрясающе. Но, чтобы закончить, а нужно две звездочки, у нас уже их не хватает. Ну, вот такая вот серия получилась. Очень много что мы сделали. И все, да, отлично выглядит. На этом все. Не забывайте подписываться. Я с вами прощаюсь. До новых встреч и всем пока-пока.